друзья, всем привет. Приехал в деревню. Вот, Андрюха здесь. Решили мы съездить в одно местечко, проведать, как по словам некоторых людей, там вроде когда-то была улица, и была богатая улица. Лили дожди, мы сейчас просто едем на разведку. Металлоискатель взял с собой, но там разряженные аккумуляторы. Если проезд будет хороший, просто заедем, пока посмотрим. А завтра уже приедем по полной боевой. Но все равно сейчас, насколько аккумуляторов хватит, мы пройдемся хоть посмотреть, присутствуют ли сигнальчики у нас. Так что если все-таки что-то сегодня у нас попадется, покажем. А так до завтрашнего дня идем. Съехали мы на грунтовку. Грунтовка абсолютно сухая, но она тукатанная так, что... Не знаю, тут, наверное, надо тонны воды, чтобы хоть как-то размочить ее. Ехать нам примерно вот до того леса, который, оно вам его, наверное, не видно на горизонте. И влево уходить. Вот тут ребятки говорят, что шли дома вот здесь. Да, есть там ямы. Да паркуйся прямо здесь. Вот, сейчас мы будем здесь зайдем, посмотрим, что там происходит. Так, ребята, не выдержала душа поэта, и мы выехали ночью, взяли терочку на поле, с фонарями ходим. Выкопали пару железочек, и тут у нас сигнальчик такой интересный. И смотрите, что мы выкопали. Опанька. Одна часть из набора шестигранников. Все четыре шестигранника из этой части на месте. Сейчас пробьем, может, и вторую часть выкопаем. Забираем. Так, ребята, вот здесь мы, короче, выкопали одну часть шестигранников. Прохожу чуть дальше по полю. И вот он сигнальчик. И у нас выпадает вторая часть шестигранников. Вот она. Третья не будет, потому что... А дай-ка ту первую часть. Вот. Вот бы... А, она, вот она отломилась, крепление. Нет, по-моему, тут еще одна должна быть. Нет, нет. Все, все. А, ну да, все. Вот он весь набор шестигранников у нас. Причем все, реально все на месте. Красота! Не зря вы мы выехали. Мы решили, думали, посидим в гараже, отдохнем. А потом решили, а чё б не поехать покопать. Приехали и покопали. Ищем дальше. Все, походили мы полчасика, наверное, чуть побольше. Может, нас начал сильный ветер поднялся, дождь прогоняет нас. Мы вообще, в принципе, приехали просто посмотреть, куда можно завтра, может, приехать покопать. Но в итоге нашли железо, мы его заберем. Чтобы не валялось. И набор шестигранников. Вот так вот. Ну и там гвозди были, крышки. Мы их вон не показываем вам, короче. Вот такие вот дела. Набор шестигранников прям порадовал.